Пойдем ходить. Собрать километр здоровья и приобщиться к здоровому и активному образу жизни смогли жители курортного района. Юбилейная 10-я песчаная гонка Sand Race 2022 прошла на пляже Финского залива в Сестрорецке. Мы выбрали это место и потихонечку стали его обживать. И первое соревнование прошло в 2013 году. Просто очень красивая локация. Песок, залив. У нас питерцы очень любят Сестрорецк. Плюс место очень интересно людям, которые приезжают в гости в Санкт-Петербург. В этот раз в соревнованиях участвовало около 300 человек из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской и Мурманской областей. Желающие смогли пройти на время дистанцию 5 и 10 километров, а также 2 километра дистанции без регистрации времени. Песчаная гонка проводится в Санкт-Петербурге с 2013-го, и популярность соревнований растет с каждым годом. Изюминка соревнований заключается в том, что трасса пролегает по песку вдоль побережья Финского залива. Песок плотный, но добавляет дополнительные усилия по преодолению маршрута. Так как это песчаная гонка, схватка будет очень быстрая, очень яркая, очень большие скорости. То есть мы ожидаем прям сюрпризов, как организаторы. Есть постоянные участники, они наращивают свой потенциал, они растут от соревнования к соревнованию, у них улучшаются результаты. Сейчас северная ходьба, она стала видом спорта, и поэтому направленность на результат, на прохождение быстрой дистанции, вот в этом году особенно это будет очень заметно. В принципе, это первое соревнование, вот уже когда заработали правила, принятые в Министерстве спорта России, и у нас участники, по сути, могут выполнить первые разряды. Ну, стать, например, разрядником третьей категории в северной ходьбе. Это круто. Принять участие в гонке смог практически каждый. Возраст и стаж ходьбы не имеют значения. Организаторы проводят соревнования ради популяризации скандинавской ходьбы как доступной и увлекательной формы физических упражнений, укрепления дружеских связей спортсменов разных городов, клубов и организаций. Осенью клуб планирует провести в Санкт-Петербурге еще одно региональное соревнование – «Акула скандинавской ходьбы».